Ребята, звукачи, уберите монитор, барабанщика, гитару уберите. Ребята, концерт живой. Мы тоже живые, инструменты тоже живые. Короче, комик ведет себя сам по себе. Он то громче делает, а то тише. Но мы будем подстраиваться. Не подкрадывай. Ну что, ребятки, немножко лирики, если вы не против. Следующая песня называется «Красота и наследки». Послушайте. Уже наталкивает на мысли, да? Так это мы еще ее не спели. Треба ты мені, у вас таке, наївних полу.